там главное, да? Ну, надо пока что, погода вроде бы будет прохладная, но сухая, вот надо все, конечно, завершать. А шпиль у нас когда? Шпиль готов. Если завтра проплачиваю, 10 КАМАЗов каждый день. Да, вот там. Асфальт, а потом еще один. Еще один. Ну, надо это все сразу демонтировать. А зачем тогда так высоко подняли? Или здесь люк? Нет, он... Вот этот нет. Люк, это вот теплосеть, они подняли высоко, да. Ну, прежде тоже переделали, вот, да? То, что вот этот кусок трассы, им надо будет понижать. Ну, это просто рез лучше сейчас это сделать, в этом году. Лучше сейчас, вот чуть-чуть сейчас мороз. Это самое нормальное. Потому что весной не влечь сюда. Если сейчас подготовить всю плитку, корыть все вырезать, песок, щебенку, все, летом останется собой, только подклеить, грубо говоря. Да, да, да. Фонда на данный момент у нас денежных средств 9 259 565 рублей. Хорошо, все работы, которые были проавансированы, закрыты, нет? Нет, не все работы закрыты. Нет, авансы все закрыты? Нет, авансы не все закрыты. Ну, закрываем. 5 осталось, говори. 5 миллионов. Хотелось бы по датам еще раз, чтобы вы нас проинформировали. Когда мы будем все-таки, общий строй закончим когда? Ну, сейчас, то график, который мы дали, мы должны будем 1 марта все закончить. Смонтировать шпиль и все. А потом в летний период его обмазка, белокаменные резные вазоны по периметру, все это ставится. Uh-huh. Это все где-то, ну, в августе будет все готово уже. С благоустройством все uh-huh. Так, шпиль? Шпиль готов. Как только сейчас проплатим, посмотрим, как там по договорам, начнем возить. Когда будем шпиль устанавливать, когда вы планируете? Ну, я думаю, что где-то в феврале, наверное. Вертолет. Строительная работа по благоустройству. Здесь надо вот грунт будет, так сказать, снимать. И в том числе вот ряд работ по сбору уже шпиля. Поэтому надо предусмотреть на какой-то период. Может быть, нам нужно будет Кремль для посетителей закрыть. Вот. Но нужно определить, чтобы этот период был максимально коротким. Максимально коротким. И, соответственно, так сказать, потому что ну, работ достаточно много, и они такие емкие. На ходе археологических работ на территории ансамбля Тульского Кремля. Работы идут по плану, срок, значит, 3 шурфа отработаны, 2 шурфа заканчиваются 4 октября, то есть пятницу на этой неделе, до 20 октября. Да, планируем до 20 октября закончить, в том случае, если же коллеги помогут снять балластный слой, вот, и, в общем-то, мы думаем, что закончим. Ну, то все равно нам, наверное, отмостку вдоль стен везде надо будет делать. Да, почему? Потому что сырость. Да-да, вдоль стен обязательно надо делать, потом все-таки, наверное, отступать, потому что если с отмостки смотреть, то стену не видно. Это вот в прошлый раз правильно было замечание. О ходе работ по освобождению территории вдоль набережной. Работаем в соответствии с планом, металлургия, в принципе, готовы даже принять специалистов для оценки перспективной застройки. Вот так, все, ну, демонтируйте. Больше, к сожалению, подрядчик обещал на этой неделе, на предыдущей неделе вывести, не вывести, на этой неделе будем стимулировать, чтобы вывести окончательно. У нас... Простимулируйте, пожалуйста, да. Ну, и самый большой склад прямо напротив. Ну, склад-то вы же там закончили уже строительство? Ведем монтаж охранной и пожарной изоляции. Ну, то есть уже... Строительная работа закончена, идет монтаж сигнализации. Ну, общий вид-то там уже появляется или нет, набережной? Общий вид набережной как-то... Ну, гораздо лучше, потому что менее, чем то, что я давно был, я там. Сергей Васильевич, вот у нас остатка, который есть, нам хватает на все работы или еще у нас дефицит какой-то есть бюджета? До конца года у нас работы будут оплачены, но по нашим подсчетам, на строительство колокольни надо порядка 101-102 миллионов. Но это вместе. Это колокола и часы, все. Часы. Да, кстати, я не доложил, часы готовы. Циферблаты готовы. Что необходимо? Да, порядка 20-22 миллионов. Понятно. Хорошо.